В эфире Лидского телевидения информационная программа «События». В студии работает Алексей Водейко. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Спорт должен оставаться вне политики. Белорусские спортсмены, тренеры и работники спортивной отрасли ставят подписи в открытом обращении к Международному олимпийскому комитету. Объективно из достоверного источника. На Лидском телевидении стартует новый проект. Были лучшими на зональном этапе. Три разработки личан продолжат борьбу в областном туре республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси». А сейчас подробности. Спорт всегда был и остается вне политики. Спортсмены Беларуси в течение многих лет под флагом родной страны участвовали и побеждали на международных соревнованиях. Чемпионами и призерами главных стартов четырехлетия в разные годы стали более 190 белорусских спортсменов. Наши паралимпийцы завоевали свыше 100 наград. Чтобы сохранить историческую память о победах под государственным флагом Беларуси, призвать положить конец посягательствам на белорусский спорт извне и продолжить выступать на соревнованиях под национальным флагом, белорусские спортсмены, тренеры и работники спортивной отрасли ставят подписи в открытом обращении к Международному олимпийскому комитету. В числе тех, кто подписал его, и березовчанин, чемпион летних олимпийских игр 1988 года, чемпион мира по легкой атлетике 1983 года, неоднократный призер чемпионатов мира Геннадий Авдеенко. Я хочу, чтобы политика не вмешивалась вообще в спорт. Я сам пострадал в свое время, не попав на Олимпиаду 1984 года, потому что Америка бойкотировала 80-го года, а наша страна в ответ бойкотировала Олимпиаду в Лос-Анджелесе 1984 года. А век спортсмена не такой большой. Есть виды, которые только на одну олимпийскую дистанцию, то есть 4 года, все знают, попадает расцвет спортсмена. И можно вот в это не попасть на Олимпиаду, это самое основное соревнование. Мне повезло, я еще попал на Олимпиаду 88 года. И я бы не хотел, чтобы сейчас политические какие-то дрязги мешали спортсменам готовиться. Это их судьба, это их работа, это их жизнь. И под каким флагом выступать. Это мы выступаем под нашим флагом, под белорусским флагом, который на референдуме большинством народа выбран. И спортсменам под этим флагом, очень многие спортсмены наши выступали и выигрывали, и гимн звучал над трибунами всего мира. Так что я считаю, ничего менять не надо, и надо работать, и чтобы спортсменам было хорошо выступать. Сегодня в эфире Лидского телевидения смотрите новый проект «Объективно». Специально приглашенный нами гость, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк, расскажет об истории возникновения бело-красно-белого флага, который активно появляется на акциях протестов Беларуси и собирает вокруг себя и своего возникновения все больше мифов и домыслов. Однако не все знают, как и где именно использовалась эта символика в реальной жизни. Игорь Марзалюк специально приезжал в Лиду, чтобы снять 5 выпусков проекта. Первый смотрите на нашем канале сегодня, после информационной программы «События». К другим темам. 3 проекта личан признаны лучшими на зональном этапе 10-го республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси». В этом году в связи с эпид-ситуацией по коронавирусу он проводился в онлайн-формате, однако это не помешало экспертному совету оценить работу участников и назвать победителей. В этом году были представлены 12 инновационных разработок в различных сферах деятельности. Их авторы – молодые люди из Щучина, Воронова, Мостов и Лиды. Проекты лидской молодежи заинтересовали членов жюри. Среди победителей – разработка заместителя директора по воспитательной работе лицея номер 1 «Мерседес Поручник». Она придумала ультрафиолетовую лампу, которая, в отличие от кварцевой, позволяет избавляться от бактерий в помещении, не принося вред находящемуся в нем человеку. Идея проекта принадлежит «Мерседес», а вот создатель его ей помог отец, который работает врачом. В настоящее время и в обозримом будущем общество сталкивается с необходимостью решения задач индивидуальной и коллективной защиты. Требуется пристальное внимание в обеспечении безопасности людей от рисков заболевания вирусными инфекциями. Особое место занимает антибактерицидная и противовирусная борьба с болезнетворными бактериями и вирусами. Одним из наиболее эффективных методов является использование ультрафиолетового излучения
оборудование и применение приборов на его основе. Принимая во внимание все преимущества и недостатки активных и пассивных средств борьбы с вирусами, инфекциями, назрела необходимость разработать средства эффективной борьбы с вирусами. Основной задачей применения оставилась безопасность человека и минимизация негативного воздействия на окружающую среду. Таким образом, учитывая основную задачу, сформировалось техническое задание – создать максимально эффективное антибактериальное средство для борьбы с вирусами и болезнетворными бактериями. Суть предложения – изготовить прибор, лампу с направленным ультрафиолетовым излучением, обладающим антибактериальным действием, с возможностью использования в местах скопления людей, помещениях и транспорте. Изучив уже имеющиеся схожие по назначению приборы и взяв за внимание их недостатки, мы смогли создать лампу направленного барьерного излучения. Сегодня идет подготовка к областному этапу конкурса. Мы уже рассматриваем изготовление такого прибора в нашем городе, делаем расчеты потребления электроэнергии при использовании лампы в учреждениях образования. Учащиеся средней школы номер 16 Виолетта Шелевер и Матвей Лянцевич тоже стали победителями зонального этапа республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси». Они авторы приложения для Android «Время и память Личины», которое позволяет жителям и гостям нашего региона быстро находить памятные и знаковые места Личины, а также получать о них полезную информацию. Над данным проектом ребята работали около полугода. У нас были до данного приложения различные проекты, направленные как на развитие образования, так и на развитие патриотизма. Данным проектом мы пришли через общее совещание, так сказать. Приходили идеи, мы думали, как их реализовать, впоследствии реализовывали, чем мы очень довольны. Современные школьники ни на минуту не выпускают мобильные телефоны из рук. Это является некой зоной комфорта для них. И ежегодно миллионы учащихся устанавливают на свои смартфоны приложения. И мы решили, что это поможет им в какой-то степени изучить историю Лиды, познакомиться с ее прошлым, как-то сделать более интересным получение информации. Впечатлила членов жюри и работа 11-классников первой Лидской школы Татьяны Михалович, Иоанна Шафароста и Святослава Коломыцкого. Физические опыты в домашней лаборатории с дополнительной реальностью. Около 4 месяцев ребята работали над созданием проекта, собирали материал и проводили опыты. Для 10-11 классов не было экспериментальных задач для того, чтобы легче погружаться в учебный материал по физике. И для этого мы создали уже экспериментальные задачи, то есть целый сборник их, для того, чтобы было легче понимать материал учебный. А сложности были в том, что эти задачи надо придумывать или искать в некоторых источниках, сборниках, там, в интернете. Мы, когда выступали и готовились, мы очень волновались, потому что действительно были другие работы, других участников, и нам казалось, что они как-то лучше или, могут удивить и больше пригодиться в нашей стране, чем наши. Нас очень поразило, когда мы победили, выиграли, заняли место. Нам было безумно приятно, конечно же, и было невероятное счастье, потому что мы трудились, мы вкладывали время, свои силы. Зональный этап республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси» проводился в онлайн-формате. Не было и традиционного награждения. Дипломы победителей получили на местах. В Лиде их вручала первый секретарь районной организации БРСМ Ольга Михалович. Ценные подарки ребята получили от Лидского райисполкома. Сейчас личане готовятся представить свои проекты на областном этапе. Он состоится 11 декабря в Волковыске. Лучшие разработки станут финалистами республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси», который пройдет в Минске в январе 2021 года. Награждение личан-победителей зонального этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» проходило во время открытого диалога под названием «Мой край, которым я горжусь», проводимого по инициативе Лидского райкома БРСМ. Его участники, а это были представители райисполкома и пограничного отряда, активисты БРСМ и школьники, высказывали свою позицию о роли современной молодежи в развитии как своей малой родины, так и страны в целом, а также высказывали свое мнение по поводу того, почему нужно знать и помнить историю родного края и что значит любить свою родину. Почему же эта тема затрагивалась
на открытом диалоге и почему она близка для меня. Потому что я сама участвовала в проекте «100 идей для Беларуси». Что могу рассказать о своем проекте? Особое внимание хочется уделить нашему патриотическому интернет-проекту. В социальной сети ВКонтакте в феврале 2020 года нами было создано сообщество «Лида город мужества», посвященное героическому прошлому города в годы Великой Отечественной войны. В числе постоянных подписчиков значится 306 участников – это родители, учащиеся школы, преподаватели, а также жители города. В нашем сообществе публикуются рассказы, дополняемые архивными документами и фотографиями. Присоединяйтесь к нашему сообществу «Лида. Город мужества» и узнавайте еще больше информации о прошлом родного города. На мероприятии чествовали девятиклассницу первой Лидской школы Анну Коломыцкую как лучшего волонтера среди школьников в Лидском районе. А вот награду за победу в республиканском конкурсе «Волонтер года 2020» среди учащихся общего среднего образования в номинации «Личный вклад» Анна получала в Минске 4 декабря. Я полтора года занимаюсь волонтерской деятельностью. Мы участвуем во многих акциях. Это «Чистый лес», «Школа с добрым сердцем», «Наши дети», «Беларусь помнит», «Солдаты победы». К сожалению, мы не можем помочь всем, кому мы хотим. Мы не можем спасти всех вокруг, но мы сделаем намного больше, чем те, кто не делает абсолютно ничего. Лидский отдел внутренних дел просит отозваться свидетелей хищения кошелька, в котором находились $50 и банковская карточка Белагропромбанка, совершенного неустановленным лицом в период с 23.40 22 ноября по 2 часа ночи 23 ноября в кафе-баре «Чемпи», расположенном по адресу город Лида, улица Варшавская, 43. Свидетелей данного преступления просьба позвонить по телефонам 52 0202 или 102. Спортивная информация. Трехкратный рекордсмен мира и книги рекордов Гиннесса, белорусский мастер силовых видов спорта Сергей Заславский, провел сегодня в Лиде спортивно-патриотический семинар в рамках проекта «За сильную Беларусь». За полгода тренировок он установил 3 мировых рекорда, а в ближайшем будущем планирует записать на свой счет еще один. Таким образом, на личном примере Сергей Заславский доказывает, что невозможное возможно. Проект государственный. «За сильную Беларусь» – спортивно-патриотический проект. Его целью, самой главной, это воспитание нашей молодежи, вот, и отвлечение ее от анархических каких-то действий, чтобы мы правильно, значит, воспитывали ее на своем личном примере. Я этому и являюсь этим примером. Страна смотивировала меня, потому что везде все плохо. Люди жалуются на все, и в целом и политическая ситуация в стране людей некоторых не радует. Но я не делю людей там на бело-красных или красно-зеленых, такого нету. Для меня все граждане едины. Мы живем в одном, как президент наш сказал, в одном большом доме, но у каждого своя квартира. Да? И я считаю, что по-соседски надо друг друга поддерживать. И хотел бы пожелать нашим гражданам внимание обращать в первую очередь на себя, на то, как вы живете, а не следить и смотреть за другими. Я считаю, что не нужно завидовать каким-то успехам, либо кто-то больше зарабатывает, да, то есть вот как бы так. Я просто призываю людей быть здоровыми, сильными. И эта нация, которая наша, вот почему я 20 мировых рекордов решил устанавливать? Чтобы быть в зале славы Гиннесса, именно в Англии, да, книги Гиннесса. Для того, что там белоруса ни одного пока нету, но я постараюсь все-таки приложить максимум усилий для того, чтобы там оказаться. Всего у меня пока 3 рекорда, которые занесены в книгу Гиннесса и Дива. Но у меня еще 17 впереди, поэтому у меня много очень сил, я полон энергии для того, чтобы заряжать своим примером окружающих людей.
Участие в спортивно-патриотическом семинаре в Лиде приняли порядка 50 молодых сотрудников отдела внутренних дел и отдела департамента охраны МВД с целью повышения их физической подготовки и пропаганды здорового образа жизни. Им было предложено для просмотра видео с материалами по тренировочному процессу и технически грамотному выполнению спортивных упражнений. После Сергей Заславский провел мастер-класс по отжиманиям с нагрузкой на плечевой пояс в 24 килограмма. Инициатором данного мероприятия непосредственно выступил сам Сергей Сергеевич. Конечно же, нами это было поддержано в рамках служебной подготовки, в которой входит физическая подготовка, в рамках физиологической подготовки личного состава. Тем более среда именно является днем проведения занятий по физподготовке для личного состава. Была организована такая встреча, в которой приняли участие сотрудники ЛИСКа РОДА и ЛИСКа отдела департамента охраны. Приняло участие порядка 50 сотрудников. Сотрудникам было очень интересно, очень познавательно. Казалось бы, простые элементарные вещи, которые выполняет профессионал, выполняет эффективно и выполняет с серьезным результатом, это, конечно, занимательно и интересно. Действительно, Сергей Сергеевич серьезный мотиватор, и мотивация достижений в этом примере, она налицо. Многие сотрудники загорелись, наверное, я думаю, что если не сегодня, то завтра пойдут на стадион, пойдут в спортзал и, как минимум, посмотрев ролик в Инстаграме, попытаются приблизиться к этим рекордам, которые он поставил. Однозначно для личного состава это и серьезная мотивация, и серьезное укрепление собственного здоровья, и повышение иммунитета для сегодняшней сложной эпидемиологической ситуации, ну и идеологическая подготовка в том числе. Начальник Лидского отдела внутренних дел Дмитрий Уляшко вручил Сергею Заславскому грамоту за вклад в идеологическую работу с личным составом и плодотворное сотрудничество. Гость же останется в Лиде на несколько дней, что даст возможность участникам семинара еще раз побывать у него на тренировке и перенять спортивный опыт. Сегодня в Лиде стартовал открытый областной новогодний турнир памяти основателя тяжелой атлетики в Лиде Генриха Круповича. Участие в них принимают более 100 тяжелоатлетов в возрасте от 17 до 44 лет. Из Минска, Гродно, Сморгони, Ашмян, Скиделя, Борисова, Бобруйска, Лельчиц и Мозыря. Лидский район представляют 40 спортсменов. Это воспитанники Гродненской межрайонной СДЮШОР профсоюзов «Юность» и Гродненской СДЮШОР БФСО «Динамо», которые работают в Лиде. Юниоры и юниорки ведут борьбу в 10 весовых категориях, а сильнейших среди мужчин будут определять по таблице Синклера. Сегодня прошли соревнования в 6 весовых категориях, а в четверг состоятся состязания среди юниорок в 8 оставшихся весовых категориях. Наш турнир проходит ежегодно. Это на сегодняшний день он уже республиканский турнир памяти основателя тяжелой атлетики города Лиды Круповича Генриха Антоновича. На наши соревнования, ну, в связи с пандемией, приехало всего лишь только 5 команд с республики. Вот. Ну, все очень хотели и мечтали приехать. Проходит вообще первенство среди юниоров и среди взрослых. Раньше мы еще проводили среди детей младшего возраста. Но в связи с тем, что сейчас такая ситуация, то мы подстраховались, и уже детки наши не смогли выступить на этом старте. А так много спортсменов, вот даже на сегодняшний должен быть рекорд побить республики среди юношей, это Блоцким нашим воспитанникам. И у меня все на сегодня. Пусть этот вечер принесет приятные сюрпризы. До встречи в эфире.